проспект Мира пересечь без, ну, не обманул снайпера, просто нереально. Мы делали следующим. Человек подходил просто по проспекту Мира, ну, по тротуару, и сразу же отходил. В это время другие два человека с другой стороны перебегали, пока снайпер, собственно, прицел и целился. Вот. Были люди, которых просто там, ну, все, они уже были. Погибли, да? Да, они погибли. Переходили Мира, он сразу по ногам там, ну как, по земле перед ногами стрелял, предупреждал. Ну, видать, там были обстоятельства, то ли к детям, то ли на эту сторону, ну, к России стремились. И он их застрелил. Лет 50, мужчина и женщина там так и лежат. Просто через арку между домами, 110-м и Зеленского 33, было видно, ну, потом трупы еще добавили.